Добрый день, Челоды, Паська, Ярик. Вот, освободили мы, наконец, мастерскую. Это вот эти ульи, остатки, они поют в деревню. Тут небольшие, можно сказать, недочеты. В настоящее время достраиваем павильон. Ярик 16, вот так он выглядит. Здесь было все заставлено ульями. Вчера вывезли все машины. Значит, вот наша пресс-форма, здесь тоже все ульи были. Сейчас пустота. Вот пресс-формы, на которых мы делаем. Решили мы их продать. Почему? Потому что будем изготавливать новые. В пользовании они у нас 2 года с небольшим. Вот эти доработки мы делали сами под литок. Ульи стандартная Лысонь, Нижегородец, все подходит. Каждая пресс-форма имеет свою раму, рама нижняя, рама верхняя. То есть можно увеличить производительность, а не таскать вот эту раму. И более тщательно все подогнано. Все пресс-формы у нас подогнаны, подправлены, почищены, зашлифованы. Это пресс-форма крыши, в хорошем состоянии, ничего такого за период не случилось. Это пресс-форма на дно, которую мы делаем, достаточно хорошая. Здесь тоже, чтобы вытаскивать, модернизировали, поставили, руками проще выдирать. То вот, формы выставлены на продажу. Если кому нужно, пишите в личку. Телефон, электронная почта, там будет указание в описании под видео. Здесь у нас просто на Гагарина приезжает предприятие мощное. Переезжает в июле месяце. Металлообрабатывающие. Сотрудники, где я раньше работал, все знакомы. Оборудования предостаточно. То есть за зиму налили очень много, все гаражи забили этими ульями. То есть теперь надо распродать, надо все распродаться потихонечку. Будем делать новые. Новые мы вам покажем. Буквально через забор будет предприятие. Люди все знакомые с одного завода. Туда, куда я приходил работать. Завода топливной аппаратуры хозяин их, господин Дерибаска, выгоняет. Все там закрывает. Вот они нашли здесь помещение большое. Там помещение уже больше 5000 квадратных метров. Так что люди не унывают, делают, работают. Из этих формул уже выросли. То есть хочется новый продукт. Со своими, как говорится, заморочками. Ну, стандарт будет тот же самый. Стандарт Лысонь, стандарт Ярика, стандарт Нижегородца, чтобы они все были взаимозаменяемы. Ну вот, вроде все. Все показал. Ведь пока мы перестали на этот год, предостаточно. Брака, не, я считаю, что немного. Наверное, с 2 бочек. Где-то сковы, где-то чего-то. Пока форма не прогрет. Здесь вот можно видеть, также ульи мы красим. Вот весь брак, то есть это и то, какой он брак, то есть где-то что-то не проварились, то, что нельзя продавать. Вот такое дно. Наш элемент, такой корпус. Здесь вот что-то мне. Здесь вот небольшой сколик. Вот так вроде все. Все целы, даже корпуса. Ну, на моей пасеке это все пойдет. В основном форму покупают пчеловоды. И для себя, и для продажи. Самое хорошее мы продаем. Самое некачественное. Оставляем его себе. Ну, всем пока.
Начинаем строить пчелопавильоны. За коронавируса спрос, конечно, немножечко поупал. Но вот этот павильон будет у нас с теплым полом. Вот утеплитель готов. Значит, скорее всего, с весами. Ну, как люди закажут. Так что вот все. Всем пока, всем до свидания.